Бердыев, документы есть у вас? Да. Проверка лиц славянской национальности. Русских проверять надо, видишь, какое дело. Так, а по национальности какой национальности? Русский. Русский? Паспорт написан, покажи профиль, а? Какой русский, а? Я нет, посмотрю, какой национальность. У нас проверка славянских людей. А вы знаете, что вы сами делаете? У нас работа такая, понимаете? Нам сказали проверять всех русских, понимаете? Покажите паспорт, пожалуйста. Сколько надо, комиссия? Какой документ, я не понимаю. Не понимаю. Мы хотим узнать, какой там национальности. Вы русская, вы русская? А ну что ж, я русская. Всех, я... всех русских проверяем. Почему русские? Да потому что вас понаехали здесь. Вы где родились? Что значит нас понаехало? Потому что русских очень много уже в Петербурге, да? А мне кажется, наоборот. Ну-ка поговори по-русски немножко еще больше. Русский, а чем докажешь? Скажи, фамилия, имя, отчество. Скажи, все. Владимир Ильич. О, это вот отца. Ты же путаться начинаешь, да? Да вы меня путаете чего-то. А кто тебя путает, а? Ты скажи. Миланов? Да. Прописан? Да. А что гуляем, Петроградский район? Я с матерью здесь живу. Холодный, горячий, оружие, бомба с собой не носим, ничего, нет? Ничего не имею. Так, надо повернуться немножко. Ой, повернуться, да. Руки поднять на мешке. Вас русских тут уже просто понаехали, плохо говорите по-русски. Ахмедка, машина давай, русский. Я же гендерде, как вы снимали, ахмедка, не знаю, деньги. Мы работаем. Я учусь, я чего? Вот мы приезжие, я чувствую. Мы приезжие? Конечно. Мы тут родился я здесь. Родился? Конечно. А кому я ходил? Я же гендерде, как я хожу. Я же гендерде. Вы как, по-русски? Разговаривать не понимаю. То мы просто так можем, и по-английски мы говорить. А почему Петроградский район гуляешь? Работаю здесь. А что работаешь? Да, вот, что ты понаехала вас сюда? Сколько в основном русских здесь уже жить от вас нельзя? Ты где родился? Здесь. Как здесь родился? Зачем здесь родился? А что ты здесь живешь? Здесь холодно. Почему ты на юг не едешь, а? Потому здесь родился. А где паспорт? Дома. С собой не ношу никогда. Зачем? А если ты русский, почему без паспорта ходишь? А зачем паспорт? Ну а как русский? Ты же русский, если ты был нормальный человек, тебе документ не надо. А как русских всех проверяют сейчас? Не знаете? Такие события случаются. Тяжах куда Бердыев. Покажите. Проверка лиц славянской национальности. Документ есть? У нас сейчас ориентировка.